Недорогой, но очень вкусный салат можно приготовить на праздники из доступных для всех продуктов. Привет, друзья! Вы на канале Рецепты на салфетке, и сегодня готовлю салат с крабовыми палочками и фасолью. Нарезаю 250 граммов крабовых палочек, не сильно измельчая. Выкладываю в чашу. 3 вареных яйца нарезаю и добавляю к крабовым палочкам. Свежий огурец нарезаю на некрупные кубики. Три стебля зеленого лука нарезаю мелко. Добавляю заранее отваренную красную фасоль. Солю. Для пикантности немного молотого черного перца. Перемешиваю все ингредиенты. Заправляю майонезом. Он у меня домашний. Как я его готовлю без яиц, ссылка будет под видео. Непременно попробуйте такой салат. Очень вкусно и необычно. Если понравился рецепт, ставь лайк и подписывайся на канал Рецепты на салфетке. Впереди много интересного. Состав ингредиентов и их количество под видео.